Итак, Дон Пабло начинает новый репортаж. Прекрасный. Видите, Welcome Friends написано. Часики висят. Горит свет, сауна греется. А в это время у нас в гостях сегодня удивительный, воскресший человек Анатоль. Он же Талас Ибрагим. Он же Талалешечка. Один из прекрасных, добрых людей, который мене не раз кормил в городе Грозном, Чеченская республика Ичкерия. О, да, у него это заложено. Заложено с детства кавказское гостеприимство. Вот так он Павлечка кормил, вот так ты накормил. А сегодня мы вам показываем корейскую кухню, так? Смотрите, корейский ресторан. Я не знаю даже, какого века эта печка. Смотрите, вот она стоит. У нее даже есть поддувало, Анатоль, попробуйте его пошевелить, если она закроется. Оно горячее, так? Вот там регулируется воздух. Смотрите, баранина тут же горит. Смотрите, как у него. Смотрите, как классно. Смотрите, как красиво, с огнем прямо. Смотрите. Тут же лежит сырая баранина замаринованная. Смотрите. Я не знаю. Сколько хочешь, берешь, ложишь. Тут же жаришь, кушаешь зеленью, запиваешь минералкой холодной, ну или другими прочими напитками. И что получаешь? Радость? Удовольствие. Вот, это ладно. Молодец вот это. Мне нравится, что ты... Смотри, как ты явился, как солнышко ясное сегодня, так? Красота, смотрите, Талас. А понравилась печка? Талас, не смущайтесь вот это, нет какого духа, так? Продолжайте. Еще будем париться. Не успевает выставать шашлык. А как он у тебя остынет? Смотри, все работает. А вы подкидывайте нового. Не смущайтесь, нет какого духа, слышите? Не, вначале горячее надо поесть, потом новое. Да, понятно, да. Ну вот смотрите, это удивительная печка. Я правда не знаю, какого она года. Серьезно, это... Талас, я даже не знаю, может она начала века, да? Может и 100 лет. Может 70, может 80. Может 60, но похоже, что она из таких, из старых печек. И еще хочу показать такую вещь. Смотрите, как она. Она не просто печка, она регулируется, на разную высоту ставится. Смотрите, можно так поставить, можно ниже поставить. В общем-то, ну прекрасная печка. Ну, сегодня у нас корейская кухня, корейский ресторан. Ну, а я с вами, кажется, и думаю, что репортажи будем продолжать уже дальше. Ну а репортаж продолжается. Классическая музыка. Баранинку, кажется, Анатоль вкусил, так? С благодарением вот это. Было такое дело. А теперь переходим на чаепитие, кажется. Помнишь, картина была такая? Чаепитие в мытищах. Не помнишь? Да. Я тебе напомню. Сидят два попа или три за столом. И нищий с котомкой заглядывают. Они так блюдечко, он дует с чаем и пьет. А нищий заглядывает ему в рот, так? Вот такая картина была. Кстати, Анатоль, варенье со смородиной, так? Чай, всякие разные булочки, всякие там у него с орешками, всякие эти вафли. Чай двух сортов, кажется. Чайчик свежий, водичка родниковая, 160 фитов из-под земли прямо. Органик чистый, так? Органический. Анатоль сидит довольный, счастливая такая людина, так? За ваше здоровье. Давайте. Ну, в общем, вот такой прекрасный вечер у нас с Анатолием. Мы попарились, наблевали с ним. Еще будем заходить туда. Видите, она так и зовет. Welcome, friends. Она так и приглашает нас, так? Время-то всего детское. 7 часов только. Она прогрета хорошо. Там температура классная. Ой. Можжевельником, значит, мы поливали камни. Такой запах. Ух. Ну, красота неописуемая. Так, Анатолий? Печечка горит у нас. Сейчас стемнеет и нас не застанет врасплох. У нас костер, красота вот эта неописуемая. Но опять же флаги. И эту печечку мы сегодня испытали. Вот это мы убрали просто ее в сторону. Смотрите, до сих пор еще угольки, когда начинали репортаж. Вот это еще можно жарить баранинку прямо на столе. Чем она нам и понравилась, вот это вот. Прямо ставишь ее на стол, сидишь, это вы все видели. И кушаешь с благодарением, да?
опять же, пища Авраама, Исаака, Иакова. Так что вот так вот. Ну вот так вот. Но я с вами, репортаж буду продолжать. Ну а репортаж продолжается. Да, Талас Ибрагим, так? Я не могу понять, это Талас Ибрагим, это он вот это напился чаю, вот это уже довольная людина, довольная такая, счастливая такая. Вот. А шапки, что это за шапки? Как будто это шляпа Саида Ахмада Паши, так? Что-то знакомая вот эта шапка, так? Ну так все прекрасно, идете вот это, чаек, смотрите, опять же, смотрите, костер горит, дымочек. Да, я рад, именно сегодня воскресенье Таласа, говорится, Ибрагима. А мы с ним в Ичкере рассекали, на гору подымались и т.д. Помнишь на ослике, Талас? Да. Прямо перед Толстоюртом заезжали на гору. В Толстоюрте сколько мы вещей красивых сделали, художественных, да? Да, 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 красота вот эта. Художественная штукатурка, роспись. О, правильно, Талас, вот это. Так что мы какой-то вклад даже в Ичкерию вносили, да, украшали, конечно, можно сказать, наших дома наших прекрасных и дорогих земляков-чеченцев, так? Так. Украшали, они радовались, вот эту лепочку Талас им лепил, разрисовал под золото, вот эту роспись всякую делал. Они радовались. Они вот это. Нас всегда радостно встречали. А как они нас кормили, Талас? Ой, жижигалны, что им. Близких родственников. Да, жижигалны, а столы как были. Вот это было действительно кавказское гостеприимство. Да? Поэтому спасибо огромное. Как там по-чеченски? Баркал Дерес Хилл, да? Я Баркал Дерес Хилл. Вот это правильно. Так что, дорогие наши земляки, спасибо вам огромное. В Чечне родился мой прадед, дед, я родился. Хоть я не чеченец, но я чеченцев люблю. Хорошие ребята. Мужчины. Вот видишь, молодец. Воины. Ну так оно и есть, а что ты? Мужчины, настоящие. Поэтому всегда хочется равняться на Кавказ. Особенно гостеприимство это вообще, да, Талас? Да. Тут и не передать ни словами, ничем. Это жизнь. Спасибо огромное. Ну а мы с вами вот это и продолжаем дальше. Нас ждет еще саунка вот эта, смотрите. Welcome, friends. Она так и зовет нас. Так что мы с вами сейчас пойдем туда. Ну, я с вами и репортаж продолжаю. Ну, а я с вами и репортаж продолжается вот это. Горит костер. Смотрите, какая красота, так? Красиво у нас здесь. И флаги такие развиваются вот это. Все по-прежнему красиво. Счастливый мой брат Анатолий. Посмотрите, какое счастье у него, кажется. Отдыхаем. Паримся, чаек пьем, на костер смотрим. У меня сейчас красиво как-то у вас получается вот это. Так что, молодец. Спасибо тебе огромное, что ты вот это пришел ко мне, к Саиду Амаду Пашу, так? Пожалуйста. Вот обратите внимание, какие у нас фонари красивые вот это. В общем-то, классно все. Uh-huh. Посмотри, какие красивые. Uh-huh. Да. Ну, все у нас на столе нормально, и чаек, и термос, и варенье, uh-huh, смородины. На печку. Вот это, не надо вот это на печку. Жаркое. Да, а банька по-прежнему у нас зовет нас. Смотрите, как красиво. Сейчас мы пойдем, значит, с Таласом Ибрагимом запаримся, посидим. Сейчас там как классно еще. Температурка отличная. Ну вот так вот. Вот такие мы счастливые люди. О, Талас, это тебе песня, смотри. Видишь, хочу тебя сегодня радовать. Значит, ты сегодня баловень судьбы, так? Я баловень. Вот видишь, это прекрасная песня, которая так и называется «Хочу тебя сегодня радовать», так? Твои печали,
Так что, Талас, ты сегодня попал, кажется, под эту песню. Дон Пабло, кажется, он же Саид Ахмед. Вечерок теплый, летний. Все у нас есть. А песня, сегодня ты баловень судьбы, слышишь? Сегодня я баловень судьбы. Да. В тот раз был ты. Да, так что, Талас, все меняется, так? По очереди. Ну, в общем, вот так вот все красиво и происходит. Ну, а я с вами, и репортаж буду продолжать. Ну, а я репортаж продолжаю. Смотрите, как красиво у нас здесь с Таласом. А песня на чеченском как звучит. Как мы вспоминаем с Таласом сегодня Ичкерию родную, Чечню, где мы столько работали у них, радовались, и она нас кормила, да, жижигал нашим. А песня «Безом, безом». Смотрите, какая красота. Талас, вы хапи вот это? No. Наши песни, чеченские. Чеченские, да. Смотри, какая красота. Сегодня у нас день, мы вспоминаем, как мы жили. Да, смотрите, как красиво у нас. Мы с Таласом сегодня и парились, и чай пили. Вот, такая красивая у нас кухонка. А Талас какой счастливый. Посмотрите на него, кажется. Довольно такая людина, так? О, вот и выдаю, вот так, ассалам алейкум, так? Молодец, Талас, вот это. Не удержался, слышишь, не удержался. А также у нас вот эта банька красивая, welcome friends. В общем, настолько хорошо, прекрасно сегодня у нас время прошло. И я счастлив, что сегодня меня посетил вот это Талас Ибрагим, вот это. А песня какая, не могу, мне так напоминает Ичкерию, «Безом, безом». Любовь это. «Безом» это любовь, кто не знает, так? Так. Смотрите, какой костер у нас. Вот так вот. Очень красиво, тепло, замечательно просто. А, Таласик, как она играет, а? О! Смотрите, как красиво все, а? И песни такие чеченские. Как они напоминают нам о родину Ичкерию. Ну, вот так вот красиво. Я с вами, я продолжаю репортаж, но уже иду к концу, так что вот так вот, как нам было хорошо. Ну а репортаж я продолжаю, конечно, уже иду к концу. Этот вечер у нас удался, мы очень счастливы, довольны, посидели у костра, попарились с Таласом Ибрагимом вот это в парилочке такой классной, попили чайку со смородиной, так? Так нам хорошо. Так что вот так вот. И фонари у нас такие красивые, так? Ну а с вами, как всегда, был, и вы меня уже узнали по голосу, так? Это я, ваш журналист, вот это, Дон Пабло, конечно. Да, это я вот это. А в Чечне мы назвали, друзья, Саид Ахмед Паша. Ну что, репортаж подошел к концу. Я с вами, до следующих репортажей, ваш журналист Дон Пабло, це я с вами.